В Управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги работы за прошедший 2015 год. В работе коллегии принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В 2015 году приставы взыскали более 4 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда перечислены в бюджет республики. Исполнительские сборы, административные штрафы и налоговые платежи. Благодаря работе приставов снизилась задолженность по алиментам. Всего на исполнении в 2015 году находилось более 13 тысяч тонн производства взыскания алиментов. В пользу детей в 2015 году взыскано более 190 миллионов рублей. Но это не дает нам права останавливаться. По состоянию на 1 января текущего года по 8 тысячам исполненных производствам должники нерегулярно уплачивают алименты, а часть из них вообще не приступила к исполнению своих обязанностей. В 2015 году окончено более 5 тысяч производств о взыскании долгов в пользу организации топливно-энергетического комплекса. Более 118 миллионов задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Ведется работа по возврату долгов по зарплате. Но есть и недостатки. Например, выросло количество обращений жителей Чувашии в прокуратуру на действие или бездействие приставов. В этом направлении необходимо усилить работу. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем выступлении не отметил, что служба – важное звено в системе государственных органов России. Вы играете важную роль в обеспечении работы судебной системы, оказываете содействие в исполнении решений органов власти. Руководством управления выстроена четкая и грамотная политика, а сотрудники с честью и усердием исполняют возложенные на службу задачи. Мы видим, как ваша работа практически способствует экономическому развитию республики. Наша с вами задача – это защита интересов государства, защита, конечно, прав граждан. По итогам работы в 2015 году Чувашское управление заняло 15 место. Глава Чувашии наградил лучших сотрудников за вклад в укрепление законности, а лучшим структурным подразделением был признан Калининский районный отдел. За активное содействие Федеральной службе судебных приставов отметили на коллегии и средства массовой информации. Наградили и сотрудников активных участников социальных акций, которые регулярно проводят судебные приставы. День донора, хрустальные звездочки, вахта памяти. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Служу Российской Федерации.